Всем привет, с вами Бартоломео, со мной вместе ты в зеленой броне. Ты тоже. Стой, как так? Я в зеленой броне. У меня на голове какой-то огонь. Я тебе расскажу, чем мы сегодня будем заниматься. Дэч, у меня на голове огонь. Это нормально. Или это бегающая зеленая козявка? Рассказываю. Мы находимся на проекте Borealis.com. Кто-то сморкнулся на лоб. Фу. И все, и у тебя сопля на лбу. Хватит. Да у тебя сопля на лбу, посмотри. Посмотри. Смотри на себя. Где мы находимся? Ладно, рассказывай, давай. Так, мы находимся на сервере borealis.su. Ссылочка в описании. Это сервер магии. Угу. На магике, как многие люди знают, есть такая вещь, как древний мир. Так, мы... А, вот, смотри. Магик, borealis.su, тут все видно. Да-да-да, тут все видно. Ага. 20 человек онлайн, мы находим... Время я не буду говорить, не надо. Тут вот есть неписи, ты можешь подойти поговорить с ней. Продавец с душами. О, душ! Можно купить душ, поставить дом. Это Икея, я помню. Здорово, пацан. Осколки... А, нет, это осколки души. Посох мертвых, сердце наги. Что это такое? Это все сложно для меня. Так, с другой стороны. Короче... Пожиратель. Это он еду, да, продает? Типа пожиратель от слова продавец еды. Так вот, те, кто играет с Divine RPG, знают, что вот эти два нипа, они встречаются в мирах Divine RPG. Давид? Но из-за того, что их убивают игроки почему-то, мы решили... Я не видел Давида ни в каких мирах. Это то, что у него русское имя, это не важно. Давид — это просто имя мужское. Мне интересно, а вот эту отсылку ты понял? Торговец безумия. Отлично. Безумие. Короче, иди к Безумие. Геральт. Кто это? Геральт. Говори. Геральт или Геральт? Вообще от слова Гера, по идее, типа имя такое. Герман. Телепортируйся на босса. Гера, Геральт, Геральт. А это рифмовочка. Так, и чё босс? Ну все коротко и ясно. Для самых умных. Подходишь, никаких ни привет, ни пока, ни зачем ты тут. Я вообще в кабинке сижу, и у меня выхода нет. Ты сейчас туда попадешь, там все написано на табличках, ты будешь читать. Стой, я пока у них нету выхода никакого тут. Тут нужно настроить им выход. Они в туалет, что, не ходят у тебя, что ли? Домой не ходят, никуда не ходят. О-о-о, понятно, ладно, поехали. Босс, путешествие. Чпоньк. И чего тут у нас? Читай. Что? Вот. То есть после ТП... Прям всё описано. Стой, после ТП я, короче, должен понимать сразу, да, что... Варп-босс. А зачем мы сюда пришли, если можно варп-босс написать просто? Варп-босс. Ладно. Ну, как бы есть альтернативный способ. Концентрированная душа упрятана, выбей ее. Чё? Выбей ее из главу. Кого? В смысле главу? Там главы же написано. Выбей ее из главу. Ой, извиняюсь. Концентрированная душа, победить тут, можешь их использовать в своих целях. Шанс 50%. Бла-бла-бла. Лишь 5%. Сингулярка 1. А что это? Меч рыцарей Иль Магов. Иль... Это имя? Иль Магов. А! Это, короче, знаешь, как и Ибн Хаттаб, тот же самый тут. Меч Иль Магов. Это клан. Клан называется Иль. Иль Магов. Да, такие черные маги. Один черт, ла-ла-ла, из других существ, мерзкий шанс успеха лишь... Понятно. А тут что, темно? Эй, начальник, свет включи, не вижу ничего. Вот все, как читать, глаза сломаю. О, смотри, что я вижу там. Там есть душа какая-то. Дэч, там душа. Туда, нам туда. Это не душа, это нода. Ну, нода, там нужно пробраться к ней и домой потом в банку ее притащить. Читай. Тихо. Угощение заморское в сумках найдешь. О, мороженка! У тебя растает она тут. Ты чего угораешь с меня? Я читаю нормально. Пищу эту растят они на... А вот эту пищу ты можешь? Шанс... Мы же по строкам читаем или в столбик? Как тебе удобнее. Не, можно в столбик. Шанс из рах, оно как? Шанс из книг бывает и несмышленный, то... Браво. Короче, главное прочитать, что написано вот здесь. Ладно, я понял. Это, короче, описание дропа. Что тут, это да, может выпасть впереди. Но это может выпасть с босса этого бла-бла-бла, места. Бла-бла-бла, уважаемый путник, остерегайся опасности. Короче, знаешь, как делают наши вот парни? Берут оружие в руку и... Что это, стекло?
Я посмотрю. Ты не против? Я посмотрю, как ты умрешь. Я не тихо, буду тихо, я... сейчас я, короче, это... Я на заднем... Тихо. Он что там, увидел меня сразу? О, приспешник тьмы. У него в голове уровень, что ли, написан? Иди посмотри сюда. Не знаю, какой уровень. Вон, приспешник тьмы, а ниже что-то надпись. И-в-и. Ты видишь вон надпись? Он еще что-то кричит мне. Давай по одному. Вот, одного сагрил. Ну ты сюда. Умный. Иди сюда. Напротив, Игорь. Нифига себе. И прыгать. Главное прыгать и бить. Прыгать и бить, прыгать и бить. У меня что, кислота в глазах темнеет? Я бью его, в танце кружимся. Так, тихо, тихо. Сколько у него хп, блин? Да дэч. Дэч, помогай мне, 40 хп. Сейчас я его шотну. Или тебя? О, молодец. Фу. Тебе выпала картошка, я тебя поздравляю. Это типа бегает рядом со мной админ и дает мне всякие вещички. Вот теперь жди. Я тебе расскажу, это обычные мобы, которые стоят до ухода к боссу. Ты видел, у меня 3 хп осталось, парень. У тебя же не просто так банки есть. Стоп, подожди, может быть мне что-то молот. Молот сколько это бьет? Гном 5... 30. О, надо вот с этим попробовать убить. Сейчас я куда-нибудь в обход пойду. Это дальнобойное оружие. А, это дальнобой? Тихо, сейчас да. Мы залезем только. Пацан, как стрелять? Стреляй! Да, по-моему, на правую кнопку мыши, нет? Да подожди, мне кислота в глазах опять. Да что такое? Оп, оп, паркур. Нормально. Так, сейчас. Не ошибаюсь. Пью. Да вот только он в меня стреляет, а не я в него. У тебя мана есть? Нету. Какая мана? Не, может, это ты ближний бойный, я чё-то нет. Я свой текстур. Пойдём, сейчас я подожди. Иди сюда. Иди сюда, я тебя ударю разочек. Оп. О, вот это я понимаю. Чё-то хп отнимается. О, ещё и отталкивают. Да, 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 я тебя убью. Вот эта кислота, она с каждого моба такая будет. Прям да, как будто да. Я... Давай отпусти меня. Трава, одно хп. Дэч. Yes. Дэч, короче, я понял. Я с тобой в эту игру не буду играть. Сейчас приду и соберу весь мой шмот, да? Да? Ага, да. И, вещи выпадают в этом мире со всех людей вообще. Даже с админов, да? То есть, даже если я приду вот сюда с командами... Где? Вон, я скидываю тебе. Там было еще 2 оружия, 3 брони, еще баночки были. Да, и еще баночки были. Еще у меня был премиум аккаунт, и еще у меня были 30 алмазных блоков. Да, честно говорю, что я... Пошли, дойдем до босса. Как дойдем? Как мы дойдем до босса? Ты хочешь пробежать туда? Учись, беги за мной, ешь яблоко и побежали. Я хочу убивать мобов. Ну ладно. Ешь яблоко и побежали. Ешь яблоко, беги. Слушай профессионала в MMORPG, он знает, что делать. Да подожди ты! Подожди, шипучка! А, классно, ты, короче, танком работаешь, а я просто, да, бегу? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Дэчима, а там точно можно будет где-нибудь, ну, отдохнуть, там, привал сделать, костер, лагерь разбить? Так, все, я вроде все, они отстанут от меня? Ох. То есть, там ловушка была, а тут уже босс, да? То есть это бот-босс. Смотри, они с кем-то сражаются там, что ли? Нет! Видел? Я как в матрице. Вот знакомься, это босс. Только она я... уже на меня, так что мне придется ее бить. Все, бьем, бьем босса тогда. Она? Почему это она? Тьма. Darkness. Так. И главное прыгать. Да, не, ну вдвоем в фулл сете, еще под баночками регена, мне кажется, ее можно затанчить, да? Она... Его в одного убивают, ее в одного могут убивать. Слушай, вообще, она... я проверял лично. Она момент. Перегревается от дамага или нет? Скажи мне вот а это. Я не знаю, я не пробовал. Ну смотри, она сейчас бьет тебя вроде бы, да? Не останавливайся ее бить. А теперь, а ну-ка, на секунду остановись, не бей. Она на тебя, да, все равно смотрит? Меня не трогает она. Ну то есть да. Сюда можно рейд затащить такой большой, там, в 30 человек, например, с хиллерами. Да? С хиллерами, короче. Нет, ну, если босс не умеет призывать никого, и к нему никто не помогает, это не очень, потому что один босс... А сюда пару мобов надо еще дэч поставить, вот тогда классно. Да, таких же, как это, как когда мы все бежали. Это тогда уже убер будет. Так, сейчас я вот этим попробую бить, вдруг будет побольше. А, так, я его отталкивать буду.
У него там сингулярка, видел в стене? Ну да. Там смотри, 10 тысяч хп. Да, мы 3 тысячи хп. Твоя душа станет моей. А чё так фраз мало у него? Давай я ему новую придумаю. Там много... Ну, придумай, хорошо, без проблем. Все, короче, заметано. Если вы хотите узнать фразы, какие будут на боссе, вам придется зайти на магику, собрать, короче, кучу шмота, вот сюда вот дойти. Не, ну со всех падает дроп, это, конечно, жестко. Это вообще... очень. Ну, я же говорю, я проходил полностью это все. И ты всех там убивал? Всех я убил. Всех там убивал, да. Но ловить надо по одному, а не сразу как ты 4 них... А у них респ нормально там? Сколько? Прилично. А босс долго респается? Раз в час. Босс раз в час, час, да? То есть можно так вот приходить, его долбить толпой. Потом да. Оп-оп-оп и заново фармить. Ну неплохо. Это чтобы не было такого, как будто люди будут стоять тут по 20 человек. А PvP тут не работает, да? То есть я могу сюда прийти с магнитом. Слушай, может давай PvP сюда еще добавим, чтобы прям вот кланы собирали. Это хорошее. Но опять же... будет минус, знаешь, какой? Они друг друга смогут случайно убивать. Вот мы вот так вот бьем с тобой, да, и случайно да, да. Мало того, они будут, получается, специально убивать друг друга, когда остается. А у тебя частички есть, когда ты падаешь, криты? Да. Сейчас, подожди, ты подержи там босса, я пока найду графика, анимация, все включить. О, вот это, ну, у меня еще и какие-то вонючие шары появились. Так, я проголодался, ты там это, немножко побей его. Оп, так, покушаем, зелье регенерации, регенерация. Ой, да все, давай, я тебе вот так помогу. А то, что я в босса попал, ничего страшного, да? Знаешь, еще и в босса ауешкой регеном попал, так и все. Я покушаю пока. Эй-эй-эй, он на меня сагрился, Дэч, я боюсь. Значит, он переагривается, когда... Вот, все, он обратно на тебя вернулся. Вот это нормально. Я короче, как танк, потому что у меня есть кольцо этого Тора. А у меня что за кольцо? У тебя 2 кольца на ману, чтобы броня регенилась. У меня регенится от этого маны. А, у меня броня тут нормально, шлем из старостали. Понятно, короче, сопротивление какие-то там накидывают. Но если с него сейчас что-то плохое дропнется, это прям вот нас покарал бок рандома за то, что мы всю комнату пробежали. А он ближний бой или дальний? Он периодичностью раз в минуту стреляет дальним боем. От любителей полетать. А, то есть тут можно как бы залезть в угол куда-нибудь, да, и стрелять в него. Да-да-да, чтобы не было вот таких любителей, он раз в минуту наносит хорошую порцию дамага дальним боем. Слушай, а можно ему еще, знаешь, что сделать? Вот он Darkness, это темнота у нас, да, получается? Можно ему сделать, чтобы его какой-нибудь там светлый элемент, холли, да, например, огонь его больше. Не-не-не, чтобы его больше било, чтобы у него сопротивление, типа. Можно, я могу, да, это сделать. То есть к оружию сделать поменьше, например, побольше, точнее, сопротивление. Ну, я понял, да, можно, есть такое. Да, а какой-нибудь элемент там, не знаю, придумаешь сам потом, сделать, чтобы его больше било. И пусть люди уже как бы определенные вещи собирают, чтобы сюда ходить. Ну, а это потом сделать еще танц с каким-нибудь огненным. О, да, дракон какой-нибудь. Вот это классно было вообще. Прям дракон, который какими-нибудь огненными шарами стреляет. Можно будет попробовать. 4500 хп. Ну, мы вдвоем что-то слабенькое убьем, как по мне. Мы слабые, наверное. Брони у нас хватает. Но у нас еще не... Это не самые лучшие мечи, и можно... Еще лучше можно? Конечно. Нормально. Если вам понравилось вот это видео, как мы проходили данж, прям вот убиваем сейчас босса, вы, короче, 3600. Вы можете, не знаю, написать комментарий, поставить лайк, и мы с Дэчем еще какие-нибудь данжи попроходим. 80%. Ну, слушай, нормально, нормально он идет. 13 тысяч жизни. Но не хватает тут, вот не хватает каких-нибудь маленьких мобов. Пусть они даже будут слабее, чем в тех комнатах, да, вот. То есть как бы, но они отвлекают. То есть они, например, толкают тебя или яд навешивают. Да. Вот что-нибудь, чтобы они мешали, именно мешали, понимаешь? Тогда босса придется немножко слабее сделать. А, ну. Будет немножко не сбалансировано, что они, получается, мешают тебе, у него регенерация еще не плохая. Ну это нужно балансить и смотреть. Но опять же, я просчитывал, что его проходить вот в одиночку.
поэтому я и... А, ну, чтобы каждый человек мог пройти. Да, ну, ты чтобы мне... каждый игрок мог смотри, пройти. Смотри, 100, 100, 100 хп, 90, давай, 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 80, давай, давай. 50, 40, 16. Есть. И что нам выпало? А что выпало? Что со мной? Ага, осколок души такой, осколок души такой. И мечик, который ты читал, Иль, что ты сильно возмущался по нему. Ильмак. Ильмак, да. Да. Дай мне курицу мою, у меня был стак куриц, а ты всю забрал, у меня осталось норм. Ничего, я же говорил, у меня еще 30 алмазов было, давай. У меня еще 30 алмазов было и 5 банных опыта. Все, давай. Ну, так и было. Вот ты потом админом. Да, и теперь вот ждать респауна моба целый час. Ну, по идее, я могу прям тут выйти, чтобы заново данж не проходить, и потом... Всё? Вот и все. Да. Заходите к нам на проект borealis.su, ссылка в описании. Играйте у нас. С вами были Бартоломео Дечима. У нас есть дискорд-канал. Мы играем на сервере borealis.su, сервер Магик. Всем всё. Пока-пока. Всем пока-пока. Тьфу.